Декабрь в этом году будет на 1 градус холоднее нормы. Об этом рассказали тверские синоптики в интервью нашему телеканалу. Какие сюрпризы готовит природа на Новый год и почему еще нельзя выходить на лед, расскажем в нашем следующем материале выпуска. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Знаменитая строчка из стихотворения Эльдара Рязанова знакома, наверное, подавляющему числу россиян. Мы умеем подстраиваться под любые климатические обстоятельства, наслаждаясь и солнцем, и дождем, и ветром, и серостью неба. А если выпал снег, а на реках установился лед, значит, надо ловить момент. Официально практически на всех реках Тверской области у нас уже установился ледостав. Надо вам сказать, согласно нашего прогноза, мы, в общем, так и ждали. Но, конечно, этот ледостав еще не настолько устойчивый, не чисто зимний, который после длительных морозов. Но толщина его различная. Пока что где-то в пределах 11-12 сантиметров. Пока на всех водных объектах вести себя нужно осторожно. Выходить на такой лед опасно для жизни человека, уверяет Татьяна Зимина. По прогнозам, до конца недели ожидаются осадки преимущественно в виде снега, и к выходным температура воздуха днем будет составлять -2, -7 градусов. Впрочем, жителей всегда интересует и более долгосрочный прогноз. Например, какой будет погода на Новый год? Частый вопрос, который получают синоптики. Декабрь ожидается на 1 градус холоднее нормы, но и осадков чуть-чуть меньше нормы. Дождя на Новый год ожидать не стоит. Будем очень надеяться, что все-таки мы снежный покров, который у нас сейчас есть и довольно-таки приличный в некоторых районах области, он сохранится. И на Новый год мы придем со снегом и, возможно, с небольшим морозом. Остается теперь только подождать, подготовиться к новогодним праздникам и запланировать зимние забавы и развлечения, принимая во внимание прогноз Тверского гидрометцентра.